92 административных нарушения за один день. Первоуральские полицейские совместно с сотрудниками спецподразделения «ГРОМ» вышли в рейд, задача которого – выявить незаконных мигрантов и нарушителей общественного порядка. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции было выявлено 28 лиц цыганской национальности, 57 иностранных граждан, из которых 5 депортированы за пределы Российской Федерации Первоуральским городским судом. Один гражданин привлечен к ответственности за неисполнение законных требований сотрудника полиции. Также автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя, который управлял автомобилем без номеров и с тонированными стеклами. К тому же не был пристегнут. В итоге получил сразу 3 штрафа. Сотрудники патрульно-постовой службы в ходе рейда доставили в отдел полиции 65 нарушителей общественного порядка. Проверяли дороги, улицы, торгово-развлекательные центры, торговые точки и шиномонтажные комплексы. При этом уголовных преступлений не выявили.